Oh, that's hot. That's hot. That's quite big. Ну что, народ, всем привет! С вами сегодня Мидер, и сегодня ролик мы посвятим снайперу. И не просто, мы полностью посвятим видосик снайперу. Сегодня будет две катки, покажу, собственно, как работает снайпер. Собственно, считайте это гайдом. Я даже к нему реально подготовился, даже скинчик себе подготовил. Что ж, я вас могу лишь пожелать только приятного просмотра. А еще не забывайте про мою телеграм-группу. Ссылку я оставлю в описании, а мы приступаем к ролику. Первое, что я, собственно, вам советую, так на снайпера брать ботинки, потому что вам в любом случае пригодятся они для быстрого перемещения в различные места. Например, вы убьете в каком-нибудь местечке, и вам нужно срочно оттуда убежать. И ботинки вас так раз таки спасают. Ну, а, собственно, мы первую катку начинаем, со мной беленький. И что, собственно, делаю я первое время? Конечно же, я вырубаю свет для того, чтобы уже сделать свой первый килл. Вижу, как по моим следам идет красный, и я решаюсь его убить, чтобы он тут не втыкал лишний раз. Сейчас я стараюсь просто бегать среди толпы, чтобы у меня был откат навыка, и я смог сделать снова следующее убийство. Итак, я врубаю, собственно, свой навык и вижу, как коричневый ко мне подбегает в мой поле зрения. Я его убиваю, а голубой забыл совсем даже, что я там находился. И кнопочку нажимает мой тиммейт. Это походу... Он бежал телепатически, вроде как там была выстрел, так что это походу он. Ну так, а если мы тебя кикнем, тогда можно голубого, пожалуйста, туда. Если мы тебя кикнем, ты охотник, тогда, пожалуйста, убей голубого, чтобы затащить. Охотник, давай скикаем охотника, охотника надо будет. Нам достаточно повезло то, что про нас даже никто не думает, что мы предатели. И сейчас, собственно, я врубаю саботаж света, чтобы уже дождаться отката своего навыка и сделать еще одно убийство и одержать победу над экипажем. Но вот, блин, к сожалению, я не успеваю нажать на кнопочку, чтобы уже кого-то убить. У меня был в прицелах два игрока, и я не успел нажать на кнопку и выстрелить. Это желтый и походу оранж, желтый оранж. Только сначала, а потом оранж. Потому что мне кажется, мне кажется. Да, давайте желтого. Если это не он, то... Да. А тогда ты сразу и убьешь вот эту вот Мидер. Нет. Я шири. Тим, это потом кикнут его. Глупым. Оранж, тогда почему ты не голосовал
Да, не ожидал настолько, что нам настолько будет вести. У нас, собственно, никто ни за кого не проголосовал, никто нас никто ни в итоге не кикнулся. И нам остается только сделать последний килл, и мы одержали победу. Ну и, собственно, все. Мой тиммейт делает последний килл, убив Фиолетово, и мы выигрываем эту игру. Что просто? А, белый и оранж. Ну, хотя бы один был. А чем был желтый? As it should be. Ну, это понятно. А это был Кайто. Что ж, начинается вторая катка. Мы снова берем снайпера. Я вот так скажу точно, что вот эта игра, на самом деле, я в ней очень даже сильно постарался. Со мной в команде фиолетовый, и этот челик на самом деле хорошо сыграл. Показал себя в этой игре очень красиво. И сейчас давайте, как обычно, я пошел на левую сторону и выключаю свет. Собственно, я так всегда делаю, если я играю за предателей. Около камер я дожидаюсь отката навыка и его использую, и вижу, что доктор несет труп, и я его пристрелил и убегаю с места выстрела. Типа я сейчас выполняю задание, я типа здесь всегда в меди был. Я не понимаю просто, как происходит в последнее время голосование. Все голосуют все по одному голосу, но нам очень повезло. И опять же, я смог красиво убить доктора, и в итоге он не смог воскресить труп, который убил мой тиммейт. И сейчас мы, да, заканчиваем эту игру хорошими убийствами. Бегая поближе к саботажу и к люку, я делаю выстрел, не даю никому его починить и валю в люк, собственно, чтобы меня никто не спалил. Я прекрасно запомнил то, что в нижнем саботаже был фиолетовый, поэтому я обманом говорю то, что я был с Фиолом совершенно внизу, и с меня спадают все подозрения.
В итоге кикают обжору, как оказалось, и мы одержим победу. Ну что ж, ребята, всем спасибо большое за просмотр. Вот такой вот ролик получился по роли снайпера. Снайпера я очень люблю, это мой любимый предатель. И поэтому я решил записать по нему ролик. Ну и на этой ноте я с вами прощаюсь. Всем пока.